В Дагестан прибыли предприниматели из Индии для изучения торгово-промышленного потенциала республики. Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов провел встречу с делегацией, где стороны обсудили товарооборот региона с Индией за 2023 год. Было отмечено, что увеличился он на 328%, при этом импорт увеличился на 64,8%. Напомню, что из Индии в Дагестан поставляются в основном злаки, эфирные масла, керамические изделия и прочее. В ходе переговоров стороны выразили готовность развивать деловые отношения и расширять сотрудничество. Кроме того, делегация индийских бизнесменов посетила виноконьячный завод «Избербашский» и высоко оценила качество продукции, а также отметила заинтересованность в сотрудничестве с предприятием. В связи с этим в ходе встречи в Каспийске в конференц-зале отеля «Азимут» был подписан меморандум о сотрудничестве, а после стороны отправились в Каспийск для возложения цветов к обелиску памятника скорбящей матери. Отметим, что делегацию бизнесменов возглавил старший вице-президент фонда «Индия-Россия», президент холдинга Pacific Global Exports Судхир Пал Сабхарвал, генеральный секретарь Российской ассоциации международного сотрудничества Владимир Полосков, представитель региональных министерств, ведомств и бизнес-сообществ республики.